Всем привет, мои хорошие! У меня тут потепление плюс 7, плюс 5. И, конечно же, посылочка с орхидеями. Как же я могла упустить такую возможность? Зимнее голодание орхидеи дает о себе знать. И как только началась тепленькая погодка, сразу захотелось заказать себе что-нибудь порадовать душу. И вот. Так, я уже открыла чуть-чуть посылочку, чтобы она подышала, поднагрелась. И сейчас будем с вами распаковывать. Тут 3 заказа и 5 орхидей. Так. Так упаковано. А мне многие пишут, что у меня затянутые упаковки. И лучше бы я все распаковывала заранее, а потом просто показывала, что пришло, и какое оно пришло, и насколько оно красивое. Но мне, в общем-то, нравится смотреть вот такие распаковки, когда это все происходит вместе. И, знаете, вот не все, скажем так, всегда хочется узнать качество, какие орхидеи приходят от поставщиков, но еще очень часто хочется посмотреть, что ты не одна такая, которая визжит при получении классных орхидей. Иногда хочется положительных эмоций от других архаманов, которые тебя понимают. Поэтому я люблю снимать вот такие неподдельные эмоциональные ролики. Так, открываем первую штучку, малышку. Что-то мне подсказывает, что эта малышка должна быть эквестрисом. Так оно и есть. Так. И вот такая маленькая прелесть от Швёртер. Фаленопсис эквестрис ред. Да, я знаю, что у меня есть такой от Микки, и это на самом деле у Швёртера был импорт от Микки. Но я решила себе взять вот такой, с вот такими корешками. И будет у меня еще один ред. Ну, люблю я дубли. Кто читал и следит за мной в Инстаграм, на ФБ, те знают причину, почему я люблю дубли. Так, поехали дальше. Ох, обожаю распаковки. Так, 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 так. И тут у нас, Ой, аккуратно, аккуратно. Вот такая чудная малышка. Так, сейчас оторвем. Это отлюк. Вот такая лилия пурпурата русселина. Ну, ей, конечно, как до Китая пешком. И да, я люблю покупать взрослые кони, но иногда ты сталкиваешься с тем, что то, что ты хочешь, не встречается в размере взрослые кони. Ты покупаешь вот такое. Ну и честно скажу, когда уже набираешься опыта и чувствуешь себя поувереннее, то очень интересно бывает порастить вот от такой малышки до взрослого чуда, когда у тебя уже есть много цветущих и радующих, и ты себе вот можешь позволить такие отступления, скажем так. Так, сегодня как-то неудачно. Так, давайте большой сверточек на потом. Выставила я камеру, потому что у меня вечно крупные кони не влазят в кадр, и это так, чтобы они влезли. А у меня сегодня не кони оказались. Смотрите. Так, какая потрясающая штучка. А, и тут сейчас будет долгая история, наверное. Я уже покупала. Это Катлея аурантиака. Yellow. Так, поставщик ОМ. Шикарная штучка. И у меня есть про мои предыдущие видео, но вот мне не нравится, как они сейчас выглядят. Я в описании вставлю ссылку, вы посмотрите там ролики, где я их обозревала. И у меня им, ну, очень не повезло, потому что на них напало все, что могло напасть. Причем самое смешное или грустное, ни на одного соседа ничего не напало, а именно их атаковала и щитовка, и червец. И все на свете, и они травленные, перетравленные, и вымытые
и с зеленым мылом, и, в общем, что я только не делала, поэтому они очень-очень опечалены, и мне они очень нравятся, поэтому я решила, что те выживут, не выживут, вытянутся. Ну, они вытянутся, но очень-очень печальное состояние, очень они будут отброшены назад. Поэтому я решила купить себе вот такие дублики. И должна быть еще одна аурантиака обычная. Или аурантика, или аурантиака. Так, вот, и тут две. Так, эту мы пока отложим. Тут два свертка в одном. Сейчас покажу. Это вторая аурантиака. Вот такой тоже конь-огонь. Я вам честно скажу, предыдущие от этого поставщика с такими же бирками ребята были гораздо меньше, гораздо более худенькие, но было гораздо больше бульб. Там были прям такие пышные ребятки, но очень молодые. А тут прям уже вот такие здоровые, классные растения. И это тот случай, когда, вот вы знаете, обычно хочешь куртину попышнее, побольше, покрасивше. Но вот в таких случаях я люблю выбрать вот такое вот на меньше бульб, но они мощные, здоровые, классные, чем когда у тебя миллион бульб, но они все маленькие, худенькие, меленькие, хоть и лесом. Очень довольна. Вот тут бирочка вынимается. Вот она такая. Вот он, поставщик. Так. Красота. Так, ну и последнее, это вот конь-огонь. То, ради чего я так высоко выставляю камеру. Вот такая вот лелия пурпурата шикарная. Я их обожаю. Они вроде бы отзываются на мое обожание своей ответной любовью. Вот такая прелесть приехала. И это вот такое чудо. Открою такой секретик. Это была одна из первых, если не первая, лелия пурпурата, которую я купила. Купила у Люк. Купила, наверное, уже года два назад. И купила она, ну, очень маленькая. Вот, я ее растила и ращу. И я на ней много чего натренировалась, и она виды повидала. Так что, если она у меня дорастет до взрослого возраста, это будет что-то. Но, да, моя совсем мелкая мелочь по сравнению с вот этим монстром. У меня просто вот такая вот. Вот так вот выглядит. Такой же товарищ, как вот там маленькая. И я рада, что я купила вторую, я купила большую. Ну, а ту буду растить. Будет у меня, значит, два куста. Но на том кусте цветение через 15 лет я, наверное, увижу. Потому что он маленький, и потому что моих косяков там численно не перечислено. Так. Вот такие красотки. И вот такая манюнька. Очень довольна заказом, очень рада. Вообще, честно, ох уж этот орхидейный голод меня замучил. И да, немножко утолила. Утолила с этим потеплением. Ох, порадовала своего орхохомяка. На этом все. Вот такая вот распаковочка. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вы тоже себя порадовали в это потепление. Заглядывайте в описание, там всегда много полезного. Спасибо, кто досматривает до конца ролики, тут тоже разные ссылочки. Конечно же, благодарность тем, кто поддерживает меня на Патреоне. Спасибо вам большое, девчонки. И на этом все. Всем солнечных дней, пышных цветений и отличных новинок. Пока-пока.